так? А вон там вот это там А это что за скелет? Боже. Вот она родила, она родила. О, боже. Мы ее кормили, мы увидели Нару, спрашивали, чем кормить. И как ее кормить? Как ее кормить? Боже, это что? Привет, солнце. Львут Альм. Зовут Альм. Она родила ее. Боже мой, ну на ней уже мухи. Это не очень хороший признак. Ой, кошмар. Что ж такое, а? А ну дай мне под хвост посмотреть. Саркома нету. Ой. На пироплазмоз не похоже, просто истощение. Да? А аппетит есть, кушает? Кушает, так хавает уже там. Мы ей только что дали, а все лишь. Вон ее щенки, вон один. Кушает у нее даже. Там вот такое, такое ощущение, как будто ее не кормят. Даже же... родители она расспрашивает. Даже как да? В таких дозах, да. Ну вы молодцы, такие ухаживаете за собачками, да? У нее молодцы. Даже а я к нам прибудилась, тем более мама говорит, что она копает везде там ужас. Но она бездомная, да? Да. Они все бездомные. Да, боже, вот скелет. Ой. Сделать. Скелет. Да, убивать жалко, рука не поднимается. Не, ну как убивать? Если уж и... Как бы делать усыпление, то только в ветеринарных клиниках просто не могу. И вывести ее никак, потому что он ее не пускает в автобус. Не желтая. Блин, да что ж на тебя мухи садятся? Да, давайте ее на петельку возьму. Просто. Она вот сюда падает. Ну да, если ее даже щенок с ног сбивает. На петельку, да, ага. Можно? Нет, давайте на эту. Какая худая, это ужас. Ужас, слушай. Это вот как малобая, нашитая вот ага. Того. Капец. И мухи летают. Угу. Угу. Уголы еще подняли. Ну, конечно, такого веса. Ты все, главное, ест, аппетит. И вот кожа до кости. Рвота, понос? Нет, не говорили про рвоту и понос. Просто нет. Дворовая собака. Ну вот предварительно. Розетка слева, винтиком вниз. Первая розетка слева. Предварительно, что это может быть? Ну так, на твой взгляд. Начиная от глистной инвазии, заканчивая гормональными сбоями. А может быть вот этот инвагинат, не дай бог. Кишечник может, да? Конечно. Это самое страшное. Но это мы только увидим, если барий дадим, да? И на УЗИ. А, и на УЗИ. Ну все, тогда, ну, как будет свет, да? Да, завтра по возможности происходит. Завтра на голодный желудок, тогда анализ крови. Анализ кала. А, анализ кала даже, конечно, да? Возможно. И рентгеновские снимки. Ну, потому что это же кошмар. Ужас. Это все перед тем, как запустить. Опустить два больших автомата. Самый верхний автомат и левый. Что-то, что-то такое активное. Да, 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 давай. Ой, ты господи, велосипед. Что? Что? Радуется. Скелет. Иди сюда, не пугай кота. Тихо. Да. Скелетос, Альма. Хорошая. Чего, тебя лечишься? Да. Альма. Классная собака, такая ласковая. Бедолага. Что там? Все интересно. Давай, пойдем гулять. Давай. Иди сюда, Альма. Альма. На поводочку ходит. Умничка. Я прогуляюсь с ней? Это же прям весь день, да? Ей, да. Ну, она сколько же дней, да. Прогуляюсь с ней? Так, пожалуйста. Угу. Умничка и такая. Удобочка. Сидит там, вообще не охочет. Не, ну, мы с ней часа в три, где-то в два в три гуляли. А, ну, пойду чуть-чуть. Чуть-чуть прогуляюсь с ней. Умничка. Господи. Альма, иди сюда. Альма, ты меня помнишь? Мы же тебя забирали, испещенную с сахарки. Красава. С
Здорово, да, лап. Ой, тихо. Альма, иди сюда. Альма. Тихо. Слушай, ты посмотри. А падала, убегала. Тихо, успокойся, иди сюда. Так, на поводке ходит, да? Угу. Тихо, тихо, тихо. Альма, тихо, сиди. Боже мой. Тихо. Ты лапу даешь? Ты лапу даешь? О, боже. Классно, ее можно с семьей, с детьми, да, брать? Да. Весело будет с детьми, не бесит. И охраняет, да? Гавкает. Зуба. Молодая собака. Молодая. Боже, была же скелет. Посмотри, какая стала. А, туда-сюда. От водички надо купить. Ага, так. А, Альба, давай, ладно. Ты даешь? Молодец. Такая умница. И морда такая мощная, да? Да, красота. Амина, ну тебе понравилась Альма? Погладь ее, какая она плюшевая, да? Шерстка такая. Она будет с мячиком играть? Ну, мне кажется, попозже, потому что она пока в шоке, куда ее привезли. Сейчас я вам фотографию покажу, какая она была. Скелет. Да. Нашли ее где-то, да? Да, на сахарной головке. Скелет, обтянутый кожей. Даже не похожая, вот две разные собаки. Видишь, у тебя Степка, друг. Степушка. Бородач. Он сразу такой начал пристраиваться к ней. Жених. Она охранница. Ну, сначала она чуть поживет, обвыкнется, поймет, что это ее территория. Потому что мы когда зашли с Русланом, она гавкала с вольера. И Степке будет повеселее. Ну да. Я думала поменьше. Ты думала, что Альма поменьше? Да. Ну, Руслан же говорил, что хотят большую. Да, Амина. Нашли? Угу. Ну и все, можно так. Да. Который там большая петля. Угу. Все, адресничек. На ошейнике написали тоже, телефон. Всё, это на всякий случай. Всё, вы это моя. Походите, ага. С ним, пусть он понюхает. Всё. Да. Стой. Что-то нюхает. Да нет, там все, не даст ей убежать. Серьёзно, я сейчас подружится и всё. Степка, какая большая барышня у тебя? Амина, да с другой бы... Степины кости, видишь, не доедает их. Амина, с другой бы стороны взяла. Вот же она. Ой. Вот так вот. Вот. А, вот она. Ну да. Ну что, тебе понравилось? Да. Ну все. Собаку, большую собаку. Опа, так, Степа. А ну быстро домой. Домой. Домой иди зайди. Не, его надо будет это. Иди домой зайди. Домой зайди. Домой зайди. А потом проблемы начнутся, Амина. Домой зайди. Ну все, он тебя боится, блин.